праздник родного слова, родной книги и родной литературы. В Ненецком округе готовится встретить День славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая. К единственному в России церковно-государственному празднику этнокультурный центр подготовил необычную акцию. Дружба – это нравственная ценность, которую надо беречь, ведь без нее нам никуда. Добро – это маленькое счастье, которое находится среди нас. Добро дарит улыбку, приносит радость. Иногда она вызывает замирание сердца. Слышать из уст ребенка слова о добре, любви и других добродетелях хочется не только на уроке. Само слово «добро» обязывает произносить его с искренней улыбкой и пониманием. У ребят из 4 Б-класса школы номер 3 все получилось, поэтому можно смело сказать, акция «Добро есть жизнь» состоялась. Она прошла накануне Дня славянской письменности и культуры, единственного в России церковно-государственного праздника. Церковь в этот день почитает святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а день этот посвящен не материальным, а духовным ценностям. То есть мы говорим о том, что наполняет душу каждого человека и прежде всего маленького человека, маленького гражданина нашей страны. По мнению Надежды Ярковой, если ребенок в детстве осознал значимость добрых поступков, они будут сопровождать его всю жизнь. Рассуждали на тему добра и зла ученики в своих эссе на уроках русского языка, которые, кстати, и существуют благодаря совместному труду Кирилла и Мефодия. В 9 веке братья-монахи создали для записи текстов на славянском языке специальную азбуку – глаголицу. Они перевели церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения. Служение на родном славянском языке. Оба брата были христианскими проповедниками и почитаются как святые на Востоке и Западе. Великим людям прошлых столетий и значимости их наследия будет посвящен праздничный концерт. Он состоится в День славянской письменности и культуры 24 мая в 13 часов во Дворце культуры «Арктика». Бесплатные билеты можно взять в кассах учреждения культуры. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».